Меня зовут Варя Сарацева, мне 12 лет. Раньше занималась в театральной студии «Непоседа», потом начала заниматься гимнастикой, 6 лет прозанималась и поняла, что мне не нравится. Тогда я решила, что мне больше нравится рисовать, и определилась, что мне нравится направление больше архитектурное, и пошла в архитектурно-художественную школу «Старт». После этого я поняла, что мне нравится занятие, где я могу проявить себя, и пошла в студию актера.